Здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен. Мы продолжаем проходить Final Fantasy 4 The After Years. Такая, скажем, вторая часть Final Fantasy 4, в которой мы с вами играем за сына Сесила и Розы Теодора. На данный момент мы с вами проходим испытание в гроте Адмантитового острова. В гроте, я сказала, в гроте. И, в общем, впереди у нас нечто. Четвертый этаж, как я и подозревала. Четвертый этаж станет финальным. Что-то увидел, да? Рыцарский знак. Сундук с ним, точнее. Вот он, рыцарский знак. Это сундук, Теодор. Это не знак. Но я пока не пойду, потому что мы сейчас что-нибудь возьмем, начнется что-то плохое. Я пока не хочу. Давайте оббежим. Может, у нас потом не будет возможности это сделать. Я же не знаю. Что я вообще знаю? И, кстати, да, если вы только что присоединились, вы не в курсе, это слепое прохождение. Если кто-то не видел, не знает, что такое Final Fantasy, и в частности Final Fantasy 4, на канале есть прохождение. Если вы наведете мышкой на, в общем, на видеоролик, там будет восклицательный значок такой в правом верхнем углу, и там будет ссылка на прохождение Final Fantasy 4. Рекомендую ознакомиться, если вы не видели. Ну, естественно. Ой, музыка вот эта вся из финалки, из четвертой. Звачь! Вся взята. Уф. О, и я не подлечилась, ёшкин свет. Я молодец. Ну ладно. Сейчас посмотрим, насколько у нас больно бьет. Сейчас подлечимся тогда. Та-ра-ди-да. О, как я вовремя включила. Ладно, сейчас вылечимся. Жалко, конечно, что нет... атакующий какой-нибудь магии. На всякий случай наложим. Накладем! Нет такого слова, я знаю. Но вы поняли мою мысль. Я прикалываюсь. Потому что я не воспринимаю этого червя как соперника. По крайней мере, пока он мне не снял большую четверть здоровья. Но я не думаю, что у нас с ним будут проблемы. Нам сейчас главное бить, потому что, к сожалению, атакующей магии у нас нет. Хотя нет, подожди, есть. Есть. Сейчас жахнем. Хотя, мне кажется, это будет расточительством, но давайте ради пафосности. Почему нет? Стужиус. Отлично перевели. Давайте арктический ветер. Я думаю, ему хватит. Я надеюсь. Я что-то как-то мало с него. Прям даже странно. Стужиус я что-то не хочу на него тратить. Хотя, почему нет? Да гуляш так гуляш. Осколок бомбы, кстати. Почему нет? Давай. Это расточительство, ребята, это расточительство, предупреждаю сразу, я просто это делаю ради пафосности. Сами не повторяйте, когда такое дома. Лучше храните все эти вещички, они вам еще пригодятся. А, мне надо хотя бы во второй серии, потому что первая серия получилась довольно растянутой из-за всей этой прокачки. Мне нужно хотя бы реабилитироваться, показать что-то прикольное. Хорошо, можно я вниз арктический стужусь, давай. Ух ты, нихрена ж ты. Ух ты, нифига ж ты, сколько у него здоровья-то оказывается, слушай. А чё ты такой живучий? Может, умрёшь уже? Было бы неплохо. Эу. Ну это запланировано. Это нормально так и должно быть. Профейлили, короче. Принц Теодор, вы не ранены? Пожалуйста, не подходите. Я типа сам, да? Я сам из последних сил, да? Я буду сражаться сам. Не загоняйте вы себе так. Неважно, кто мой отец и кто моя мать. Меч, кстати... Ладно, не буду. Я... Мне... Я сам проложу себе дорогу. Ох, ты же хоть связи. Хороший пацан, ничего не скажешь. Главное, чтобы нас сейчас не грохнули. Пробудился дремлющий потенциал. Чего это там? Вылечился автоматически. Молодец, спасибо тебе за это. Какой-то еще потенциал там? Это как этот... как сказать... А, черт.
Это как транс, что ли, в Final Fantasy 9? Что-то вроде того? Очень похоже. Замечательно. Ну что нам скажут? Теперь у вас есть рыцарский знак. Спасибо. Тадор освоил пробуждение. Что бы это ни значило. Такие в шоке стоят. Все, хватит. Я выключаюсь. Принц Тадор. Ведж. Лечениус. Лечилокус. Ай, ржака. Короче, кьюр. Благодарю вас. Прошу прощения. Я так и знал, принц Тадор, что у вас скрыты невероятные способности. Он нас наерил. Вот вы и стали настоящим рыцарем, принц. Бикс, вообще, работа закончена. Ведж, идем обратно. Открытка, они кивают всегда. Ту-ту-ту, замечательно. Спасибо, до свидания. Так, убывающая луна. Что она делает? На убывающей луне сюрикены падают, да? А сюрикены, это, я так понимаю, имеется в виду дальняя атака или бросок? Бросок, скорее всего, да? Фигово, чё. Но зато физические атаки повышаются. Но я так подозреваю, не только у нас, но и у наших вражин проклятых. Ну ладно. Это, конечно, хорошо для нас, то, что атака повышается. Но если у врагов тоже, соответственно, нужно больше внимания защите уделять. Соответственно, и заклинание защиты накладывать, и вообще будет, так сказать, все оружие. Мочи, мочи, все. Сколько? 122, офигеть. А можно я убью так всех? Я не хочу, чтобы меня кто-то ранил лишний раз. Я, конечно, понимаю, что это сейчас особо влияния никакого не возымеет, но все равно не хочу. Из принципа. Ля-ля-ля-ля. История насилия. Это, видимо... Ой, господи, здесь же еще ачивки теперь. Боже, финалка и ачивки. Это вообще, на самом деле, то есть... Это не описать словами, конечно. Это, видимо, нужно было какое-то количество раз атаковать всех врагов. Слушай, кстати, это со мной. Давайте, покажите себя, ребят. Вперёду. Пафос, пафос. Замечательно. До свидания. Умирайте. Спасибо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ч-ч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 . Ух, это же замечательно. Так, в каком мне сторону-то, господи, пока я дралась, забыла уже всё. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ну, у нас впереди, на самом деле, печальные события, как вы помните из вступительного текста. Но будем надеяться, что как-то все обойдется. Конечно, ага. Я хочу группирование. Наверняка, если какое-то количество раз группированием грохнуть, тоже какая-то ачивка будет. Надо поизучать потом ачивки, я хочу получить что-нибудь. Я обычно за ачивками не гонюсь, но иногда бывает. Иногда бывает. Ну кто опять, господи? Самое главное сейчас выйти. Отсюда. Я не знаю, кстати, какая по продолжительности... Я, по-моему, повторяюсь уже, да? Какая по продолжительности каждая история, то есть за Теодора, за других персонажей, знакомых и новых. Ну, я думаю, может быть, часа по 4 на каждую историю. Сколько там персонажей-то? Дофига. Налево, отлично. Выпустите уже меня отсюда. Кстати, надо сохранить, наверное. Глупо, наверное, это сейчас сделать, но почему нет?
почему только три сохранения? Ну как так вот вообще? Это мало? Ну ладно. Не, на самом деле это нормально. Вполне. С учетом еще того, что у нас есть быстрое сохранение. Хотя, конечно, если делаешь быстрое сохранение, тебя главное меню выкидывает. Но благо здесь вернусь обратно можно за 2 секунды, поэтому... Вот. Единственное, что я поболду ночью, то, что я буду делать быстрое сохранение по ходу игры перед какими-нибудь, знаете, моментами, где мне бы хотелось сохраниться, но там нет сохранения. Ну, естественно, мы не будем с такой частотой сохраниться, как на эмуляторах. Потому что нам просто... Игра, конечно, позволяет за счет того, что здесь быстрое сохранение есть, но я не буду этим заниматься. Потому что, на самом деле, по большей части я делаю быстрое сохранение по привычке. Обычно они не так нужны, как я их делаю. Поэтому переживем. Давайте уже что-то живучее. Парабам-бам-бам. Хочу левел. Левел хочу. Ладно, я пережду. Дождусь момента удачного, скажу это. Когда мы дойдем до этого момента. И да, это слепое прохождение. Просто я знаю, что будет момент, потому что нас предупредили. И я про этот момент отдельную информацию узнаю. Давай бей! Бей! Давай быстрее! Я же выбраться хочу отсюда и посмотреть, что дальше будет. О, это чудесное чувство, знаете. Когда ты проходишь финалку, но еще ничего не знаешь, что будет. Только примерно прикидываешь. С учетом знания первой истории. Мы сейчас просто... Блин, как не хватает сейчас, на самом деле, этой самой... возвращение. То есть, знаете, вот помните, у нас в предметах, знаете, помните, в предметах у нас были такие вещички, как... Не помню, как она, кстати, это называлась, штукенция. Но она телепортировала, короче, вне пещеры. Отлично. Мне бы, конечно, она сейчас не помешала. С другой стороны, пока мы бегаем, мы прокачиваемся, это тоже неплохо. Прокачка в Final Fantasy — это ключевой момент выживания. Все, на выход, Татор, несись, беги, как курица, несись, беги, не знаю, что не делай. Все, на выход. Замечательно. Капитан Бикс, Ведж, послушайте, я вам бесконечно благодарен. Какой вежливый мальчик, слушайте. Этот хамло, он в нас не верил. Капитан Бикс. Да, сразу видно, что вы принц. Ну да, потому что он вежливый даже к такому, как Бикс. Да? Нам надо возвращаться на корабль, а то снова опоздаем и получим разнос. Бикс больше не в отряде. Мы сейчас, небось, прибежим к кораблю, а там они уже все передохли, да? Будет, конечно, печально. Может, зайдем сперва в город, купим оружие. Почему нет? Давай какой-нибудь броньку. Не нужно пренебрегать этим, денег у нас, в принципе, достаточно. Так, а ты кто? Ты тут был вообще? В пещерах этого антитового острова живут такие твари, что мало не покажется, слышь? Я только оттуда, не надо мне тут рассказывать. Да. Спасибо. Что бы я без вашего магазина-то делала? Хорошо, ладно, купим двуручный меч. Купим или не купим? Почему нет, собственно? Я надеюсь, он умеет им пользоваться, потому что я, честно говоря, не помню, как тут это работает. По идее, должен. Ты двуручный меч со щитом носишь? Как ты это делаешь? Как он? Ну-ка, подожди. Интересно, а как он... А, у него уже этот самый щит как бы к руке присобачен. Ну, то есть такой небольшой, маленький. Поэтому, наверное, да? Или как?
сделать, я не вижу щита. Странно. Двуручный меч и как бы это... Может быть, они попутали двуручный меч с длинным мечом? Это, по-моему... Ну, палаш... Палаш — это вроде короткий меч на моей памяти. Короче, я не знаю. Так, ну чё, идём? Музыки почти, кстати, не слышно здесь. Даже странно. Спасибо, до свидания. Так, давайте все-таки выйдем, сохранимся, потому что мы сейчас полетим, что-нибудь случится. Я более чем уверена, что это сохранение не пригодится, но я такой перестраховщик, что как бы это самое не помешает. У нас будет один слот для таких вот резервных сохранений, а один для обычных. Позвольте вас поздравить, принц Теодор. Желаете вернуться в замок барона? Вы готовы? Ну да, чё? Не вернемся, чувствую, мы туда. Взлетаем! Сейчас какая-нибудь воздушная тварина на нас нападет, да, что-нибудь такое? Крылья. Ну что, нравится? Простите? Нравится быть рыцарем? Бородатый такой стоит. Даже не знаю. Еще бы. Рыцарский знак — это одно название. Ты рисковал головой за сушеный крысиный хвостик. Здравствуйте, пасхалки. Начинаешь понимать? Знак сам по себе не сделает тебя рыцарем. Он только подтверждает твою решимость. Ты сейчас стоишь на самом пороге большого пути. До настоящего рыцаря красных крыльев тебе еще далеко. Ясно? Ах, принц Теодор, вы станете великим паладином, не хуже, чем государь Сесил. Я пока не решил, становиться паладином или нет. Ну почему же? С такими предками, как их величество Сесил Розы? Нас атакует чудовище! Хорош мямлить, ты же рыцарь красных крыльев. Ну, капитан, их сотни, на нас мчатся сотни чудовищ. Что? Вот они. Теодор, держись. Легко сказать. О, здрасте, привет. Да-да-ди-шта. Ух, ты ж нихрена ж себе. Вот она и возросшая атака, да? Больно. Со скольких ударов они падают? С двух, да? О, нет! Ты посмотри. Двух ударов не хватает. Три? Нет! Как вообще? Так, стоять. Не надо меня бить. Я могу видеться. Не, вы видели это? Пробуждение. Что за пробуждение? Не, мне кажется, рановато. Может быть, там ограниченное количество раз, которое мы можем использовать. Надо почитать про это пробуждение. Что это такое? Эо, отличить Бигза. Эо! Мне кажется, пора включить пробуждение. Не, подожди. А, господи, здесь же видно. Здесь же слева все наполякано. Так, мне кажется... Жахнуть бы их. Да что ты делаешь со мной? Нет, давай-ка пробуждение. Это типа босс, на самом деле, судя по музыке. Плохо. Пробуждение зря включил. Чёрда! Давай успеешь убить, а? Пожалуйста. Ладно, норм. Я хочу топ. Блин, нет, все, пробуждение пошло. Я не очень понимаю, что оно делает. Надо как-то курить эту информацию, говорит. Эу. Ну, что ты делаешь-то, ну? Все, ура. Чё включала? Ну ладно. Замечательно. Оживление. О, хорошо. О, боже. Главный босс. Уху, а откуда столько вылезло? Над вороном видно зарево пожаров. Где? Дом горит. Полный вперед! Принц Теодор! Ну ёшкин свет.
Замок барона. Привет, Кекил. Сесил, не знаю. Король барона Сесил Харви. Королева барона Роза Джоанна Фарроу. Которая почему-то не взяла фамилию мужа. Ну ладно. Видимо, здесь так принято. Государь, беда! Приближается огромная стая чудовищ. Что? What the fuck? Разве их не становится меньше? Подожди меня здесь, Роза. Защищайте Розу. Так точно. Сесил. Как всегда. Будь осторожен. За меня не бойся, и никуда не уходи. Ну, Роза, как всегда. Откуда они взялись? Неизвестно, да еще и в таком количестве. Всем оставаться здесь. Так точно, умрем, на трон защитим. Конечно, давайте защищать трон. Лучше государя своего защищайте, а что трон-то? А? What the fuck? О, здравствуй, ты что тут делаешь? У вас даже двое. 1400 здоровья у нас. Замечательно. Шмаляй экскалибром сосил. Да. Это так, показательный бой, конечно. Потому что нам тут челленджа не должны дать какого-либо. Потому что все-таки, черт возьми, король и спаситель мира. Замечательно. Да. Они уже ухитрились пробраться в замок. Черт бы их подрал. Ой, боже, замок, реально. Господин главный механик Сид тоже полетел сразиться с врагами. Поспешите туда и вы, государь. Так, Сид. Господин Сид. Сид, я не помню, где Сид, если честно. В 3D, конечно, необычно смотреть на это все. Главное спуститься и выйти отсюда, но... Магия, товарищ. Барон меня тревожит. Вдруг он тоже в опасности. Так, товарищи белые маги. Надо разделаться с чудовищем до возвращения принца Теодора. Эх, было бы сейчас с нами господин Каин. Ой, не надо про Каина, ребят. Давите на больную. Я сейчас очень логично, конечно, выгляжу тут, наворачивая круги. Ну ладно. Все равно. Надо посмотреть, что тут есть. Товарищ черный магия, вы не хотите помочь защищать замок? Пора показать на деле, что все эти тяжелые учения прошли не зря. Воистину, жопу поднимаем и идем. Чтобы защитить барон, мне и жизни не жалко, сказал он, сидя на стуле в гостиной. Ну, скоро чудовище увидит, что такое баронская гордость. Блин, мне не гордость надо, мне магия нужна черная. Выходите наружу, чего вы сидите тут? Почему король должен все сам делать? Что за нафиг? Ну ладно, стандартная ситуация. Так, успокой, куда мне идти-то? А, направо. Ничего не помню уже. Так, вот я помню вот эту местность. О, да. Помните, да? Да-ха-ха! Нычечка. Нам сперва ее не давали, но потом все равно взяли все. Hero Phoenix. Так, я помню, да, стена наверху должна быть. О, господи. Я могу чем-нибудь жахнуть вас так? Чем там? Телепорт, Ясуна, господи, что у тебя мало, Сесил? Где все твои? Хотя у него там больше не было ничего. Это же белая магия. Это же не Роза с ее святостью. Ладно, сейчас всех оформим. Косоглазые. Непонятные хреновины. Как он называется? Подождите. Ну давай, Сесси. Кокатрис. Название, конечно... Любо дорого почитать. Тихо, не бить меня. Я замесятельно. Что такое? Ворота замка заперты, откуда же берутся чудовища? Сесил, они летающие, они по воздуху приходят. Ты не поверишь. Ворота заперты. Чё им ворота, они... Ой, боже. Конечно, такие моменты они прикалывают. Ля-ля-ля-ля-ля-ли-да. Сохранится-то будем. Чего нет? Дают, надо. Дают, бери. И записать, да. Сесил. Что с тобой жизнь-то сделала? Ладно, так, где я, господи? О, боже.
Вот именно, где только эти чудовища пролезают. Ребят, что-то вы тупите. Жестко причем тупите. Так, Сид, почти дошли же, ну. Мы уже в том самом крыле. Правда, из-за приближенной камеры ни черта не видно, куда мы идем. Была бы она чуточку подальше, или ее можно было бы отодвинуть, вот, внимание, это было бы неплохо. Ах ты, не надо. Как Катрис. До свидания. Интересно все-таки, надо сейчас я в инвентарь посмотрю, мне прям любопытно. Подожди, это Экскалибур? Королевский меч. Нет, что-то придумали. Рыцарские эти. Кристаллические мои, значит, все убрали, да? Доспехи. Ну, естественно, это же начало новой игры. Королевский. А где мой Экскалибур? Куда потеряли? Где, точнее? Ироды. Экскалибур. Добытый тяжким трудом. Как вы могли вообще? Красный клик. Мы сейчас сперва наверх поднимемся. Пожалуй. Не зря. Мы, кстати, по-моему, сейчас таким нахрапом придем вообще в комнату Сесила, нет? Я плохо помню. Все может быть. Ой! Ой, действительно. Не зря зашли. Ты кто вообще такой? Я тебя не помню. Что-то. Как твое имя? Может, по имени узнаем? О, ну это Огр тупо, да? Что-то как-то я не помню. Внешний вид этот, ну ладно. Может, это новое что-то? Король Сесил. Здесь опасно, беги в замок. Слушаюсь. Побежала со скоростью улитки. Ладно, будем считать, что она на каблуках. Ну вот, а вы говорите, я только над Дримфолом стебусь. Я и над финалкой стебусь. Фи. Вы что думали? Да ёшкин свет. О боже. А вот эти действительно как сюда проникли. Это уже... А, ну это призрак. Он же сквозь стенку пролетел, все нормально. Правда, он больше на зомбаря похож, этот призрак. Ну да ладно. Ну, как я сказала, Сесилу вообще местные враги не страшны. Так для галочки нам показывают эту часть сюжета. Интересно, у Сесила есть какое-нибудь пробуждение или что-нибудь? Переход? Переход, это понятно. Это закрывает Сесил с собой какого-нибудь раненого члена партии и принимается удар на себя. Это все понятно. Можно я буду Сесила называть Кекилом? Мне так больше нравится, это веселее. Ел лепалы. Так. Стой! Стой! Назад! Я, по-моему, сейчас знаю, куда я приду. Нет? Слушай, можно я уйду, пожалуйста? Я все равно опыт за Сесилом мне нафиг не нужен. По крайней мере, пока. Если что, я потом все равно в прокачку уйду. Буду слушать что-нибудь. Сейчас мне интереснее дойти куда-нибудь уже. Та-ра-ра-ра. Так, хорошо. Ты что-нибудь мне скажешь? Нет. Вот, да-да-да, это тот самый трон, где мы проходили испытание. Не помню кого. Одина, по-моему, да? Не, вот тебя я убью. Эти твари называются нагами, ну ладно. Все, зря мы сюда кошли, но по крайней мере на трон посмотрели. Я иду, главное, по этому коридору, чувствую что-то знакомое, потому что все же увеличено, все же немного крупнее выглядит, еще и 3D-шное все. Ничего непонятно, что происходит. Так, нам надо как-то на лево вообще-то, если серьезно говорить. Так, слушайте, подождите. Как это выразиться вот так поправильнее. Ай-яй-яй. Опять пошли вон.
надоели. Нам здесь нигде не пройти, мы здесь попадаем туда. Либо я сейчас очень злостно кое-что плю. Сломано не открою. Да как это сломано не открою? С ума сошли, что ли? Просто нас же налево не пускали. Я сейчас злостно туплю. Нас же реально не пускали налево. Пустите меня налево. А, уже пустили, смотри. Нам нужно было туда сходить, чтобы посмотреть, да? Ты жив? Государь, простите. О, господи, здравствуй, давно не виделись. Недокентавр. Хотя почему недо? Очень даже. Кентавр-рыцарь. Все правильно. Ау! Больно же! Вот тебе вот отместку. Бить у меня тут вздумал. Таракита. Интересно, все-таки есть смысл прокачивать Кикила? Или нет? Я не помню, кстати, там истории были за Кикила какие-нибудь. Сесил! Вот Роза опять все-таки догнала. Роза, ёперный театр. Я пойду с тобой. Нет, для тебя это слишком опасно. Наоборот, для тебя слишком опасно. Я белый маг. Под моей защитой ты сможешь сражаться, не отвлекаясь. Черт, она дело говорит, однако. Хорошо, но я хочу, чтобы ты дала мне слово. Если со мной случится беда, беги и спасайся. А тебя бросить? Как же так? Да, ради Теодора. Хорошо! Все нормально. Просить Розу не убегать и не вмешиваться? Сесил, ты серьезно? У тебя память отшибла? Ты что-то попутал. Что происходит? Так вот откуда взялись чудовища. С неба! Аллилуйя! До него дошло! Смотри, Сесил, луна! Что луна? Заставки. Сейчас покраснеет, небось, да? Мне вторая вылезла. А, черт. Хреново. О! Риди! Янг. Этот самый... Господи, Эдвард. Чувак, имени которого я не помню. А, это по лом-паром были. Это не, это новый персонаж. Это тоже какие-то новые чуваки. Хотя слева, кажется, я догадываюсь, кто был. Это Голбезова. Но почему именно сейчас? Хороший вопрос. Ладно, шутки закончились, ребят. Я умолкаю. И на этом на самом деле заканчиваю даже серию. В следующей серии продолжим. О, это музыка. Я очень соскучилась по Final Fantasy, в частности, по Final Fantasy 4. И все вот эти мои приколы в процессе, не обращайте на них внимания, я любя. То есть, кто смотрит Dreamfall, ребят, серьезно, я если прикалываюсь, то я делаю это сознанием дела, вне зависимости от того, что это за игра, даже если это финалка. Поэтому не воспринимайте близко к сердцу те, кто... любит финалку. Ну, как бы, ребят, я тоже ее люблю. Я вас и с ней познакомила. Если я отзываюсь так, то все нормально. Мне можно. В любом случае, надеюсь, что вам понравилась эта серия. В следующей будем выяснять, что тут происходит. Музыка уже пошла соответствующая. Все очень плохо. И, в общем-то, шутки закончились, серьезно. Хихихаха, но нас будут бить больно и долго, и на протяжении очень многих долгих серий. В любом случае, вы знаете, что делать. Ставьте палец вверх, если вам нравится все это дело, если вы рады прохождению, и вообще, если вам нравится развитие, хотя пока что довольно... медленное. Забыла слово. В общем, что делать, вы знаете, я вас учить не буду, и всем огромное спасибо за ваше внимание. Увидимся в следующей серии. С вами была Seven. Всем удачи и пока-пока.